На уборку памятника вышли школьники и студенты, работники музеев. Они не только навели порядок на территории монументов, но и частично их обновили. Памятники охвачены уборкой, наведением должного и санитарного порядка. При дании памятникам должного санитарного состояния. И не только уборка, но идет такой косметический ремонт. Напомню, уборка территории и обновление памятников пройдет во всех районах Большого Сочи. Это традиционное ежегодное мероприятие, которое должно завершиться до 9 мая.